прошу, я правильно понять, я думаю, что Сергей Иванович, вы вместе с Светланой Александровной и нашими соседями, когда-то была практика количества земельных участков, выделяемая весна подходит под посадку картофеля. Вот, есть такая необходимость или нет? И я для себя пока, для того, что мало пока еще должности первую неделю практически, ранее была практика или нет? По прошлому году есть, если желаешь, возможно, можно провести эти переговоры и подготовить. Лучше готовиться к более сложным временам. Я думаю, что у всех навыки работы на земле они сохранились, и возможно выделение земельных участков посадки картофеля для жителей города, я уверен, здесь много, в том числе и селян. Ну и